В Турции самолет едва не съехал со склона в Черное море. Это случилось в аэропорту города Трабзон. Боинг, следовавший из Анкары, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в глине всего в нескольких десятках метров от воды. На борту находились 162 пассажира и 6 членов экипажа. Их всех эвакуировали. Работу международного аэропорта Трабзона возобновили только утром. Причины инцидента пока неизвестны.